Хватит ныть, человечишка. Подойди. Быстро! Хочешь жить? Что? Что? Если хочешь жить, могу отправить тебя в безопасное место. Относительно. Прикоснись. Глупцы. Удивительно, что они так долго царили на земле. О, здесь пахнет смертью. Поверь мне, мы 1000 лет были вместе. От скромного торговца. Это позабавит нас обоих. Как хочешь. А, заставь. Всадник.
Внимательность вроде как положена тебе по званию, Бледность. Я разное о нем слышала, но как же гадко видеть его воочию. Кажется, меня сейчас стошнит. Тебе это позабавит нас обоих. Как хочешь. Пожалуйста, не спеши.
Чем мой молот может служить? Итак, посмотрим, что я могу для тебя сделать. Любопытно. Собралась хорошенько их помучить, да? Вот уж не думал, что это возможно. Но теперь ты еще опаснее. Любопытно. Всего тебе наилучшего, Ярость. Тебе нужно от скромного торговца? Пожалуйста, не спеши. Невыносимо разве. Уничтожим. Руку не выдохни, хлопая себя по плечу. Как ты собираешься разобраться с этой тварью, моя кровожадная госпожа? Hmm.
Просто музыка для ушей. Почувствуй огонь небесного! Расчленить ангела. Каждому свое. Надеюсь, и для меня осталось. Постараюсь не слишком упиваться этим. Сражайся, победить себя! О, как... неудачно вышло. Несмотря на вопли. Мои собратья всегда называли тебя безмозглой. Чем яростнее ты сражаешься, тем сильнее становлюсь я. Я разорву тебя! Думаешь, это ты разозлилась? Да ты едва коснулась поверхности! Тогда вопьюсь посильнее! Нас подставили. Войну и остальных. Здесь за дело взялись некие высшие силы. Наблюдатель, помоги мне. Госпожа! С миром что-то не так. Хрупкий порядок нарушен.